Я являюсь управляющим партнером адвокатской компании «Александровы партнеры». Сейчас мы в своей работе подошли к очень важному процессу развития компании, который будет связан с внедрением, активным внедрением IT-технологий. Конференция для меня – это очень важная составляющая для систематизации знаний, и, по крайней мере, вот в процессе первой сессии я для себя определил подход, по которому мы будем идти. Я думаю, мы сделаем необходимый выбор, составим техническое задание и будем применять IT-технологии.